Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с рабочим визитом в Киев. Она встретится с президентом Украины Петром Порошенко и с премьер-министром Арсением Яценюком, а также пообщается с мэрами Киева, Донецка, Львова и представителями крымских татар. В центре внимания встреч будет ситуация на востоке Украины и пути выхода из кризиса. Ожидается, что будет затронута также тема российской гуманитарной колонны, которая пересекла украинскую границу. В службе безопасности Украины назвали это прямым вторжением. Москва объяснила свое решение откровенными проволочками со стороны Киева и отметила, что согласие на въезд Украина дала еще 12 августа. По меньшей мере, 7 российских грузовиков из гуманитарной колонны уже вернулись на территорию РФ.